Доброе утро, мои дорогие друзья! Сегодня готовим очень-очень вкусные чебуреки. Рецепт приготовления самый простой. Тесто на воде, без добавления яиц. Готовится очень просто и быстро. Получаются очень нежные, хрустящие, сочные чебуреки. Вначале готовим фарш. У меня 400 грамм свинины, я пропустила через мясорубку с одной луковицей. Мясо, в принципе, можете брать любое. Свинину, говядину, курятину. Добавляю чуть больше половины чайной ложки соли и немножко черного перца. По желанию можно добавить мускат тертый молотый, будет очень вкусно. Вливаю примерно 150 мл холодной воды. Водичку вливаем потихоньку, чтобы она не вот фарш был приятной консистенции. Хорошо вымешиваем фарш и пока отставляем в сторону. Занимаемся тестом. В мисочку вливаю 200 мл холодной воды, добавляю 1 чайную ложку сахара, половину чайной ложки соли и половину чайной ложки разрыхлителя. Сразу вливаю 2 столовые ложки растительного масла и всыпаю муку. Муку я не просеиваю, всыпаю примерно в начале 2 стакана. Вымешиваю тесто ложкой. Подсыпаю еще понемножечку муку и потом вымешиваю тесто рукой. Оно должно быть вот такое вот плотное, крутое. Подсыпаю стол мукой и выкладываю тесто. Растягиваем вот так тесто, делаем колбаску и разделяем его на 8 частей. Будет у нас 8 чебуреков. Рецепт выверенный, проверенный, поэтому не сомневайтесь, делайте вот так, как я. Каждый кусочек теста вот так округляем, катаем между ладошками и пока складываем. Фарш тоже разделяем на 8 частей. Берем кусочек теста, немножко разминаем его руками и раскатываем скалкой в тоненький кружочек. Чем тоньше вы раскатаете, тем приятнее будут чебуреки. Выкладываем на кружочек теста фарш, распределяем по половине кружочка, закрываем, выпускаем воздух немножечко и защипляем вот так вот края плотненько. Края я не обрезаю, чебуреки вот такие будут, какие есть. Когда приготовили первые 2 чебурека, сразу ставим сковороду на огонь и вливаем в нее примерно половину стакана растительного масла. Выкладываем чебуреки по 2 и жарим на среднем огне. У меня электроплита, я жарила на 2,5. Жарим на среднем огне минут 5 до румяного цвета. Потом уменьшаю температуру, ставлю плиту на 1,5. Переворачиваю чебуреки на вторую сторону. И дожариваю уже под крышечкой, тоже до румяного цвета. Чебуреки жарились примерно с одной стороны 5 минут и со второй стороны 5 минут. Пока жарятся первые 2 чебурека, быстренько готовим остальные. Готовые чебуреки перекладываю в кастрюлю. Обязательно накрываю крышечкой, чтобы они еще полежали минут 5 и хорошо пропарились. Вот такие обалденно вкусные чебуреки получились. Пробуйте, готовьте. Приятного всем аппетита!